Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Шалом, Хаверим. Я рад сегодня иметь эту возможность быть с вами этим утром. Прекрасное утро 7 мая. И цифра 7 – очень значимая цифра в еврейской традиции. Шаббат – седьмой день, день отдыха и освящения. День, когда мы отдыхаем от наших дел, приходим пред Божье лицо, собираемся в наших собраниях. Основная мицва десяти заповедей – заповедь Шаббата. Семь дней Бог творил небо и землю, а в седьмой день почил. Седьмой день недели – очень важный день недели. Очень важный также седьмой год, год Шмиты. В этот год не разрешалось ни засеивать ничего на земле. Земля почила, земля отдыхала. Семь раз отсчитывалось по 7 лет, и наступал юбилейный год. 7 раз по 7 недель отсчитывалось от Песаха до Шавуота. 7 подсвечников в миноре. И об этом можно говорить много и много. Число 7 значит в еврейской традиции совершенство, полноту. Но сегодня я хочу говорить не о самом числе. Сегодня я хочу говорить о полноте, которую мы имеем в Иешуа Мессии. Колоссянам 1 глава с 12 по 20 стих говорит нам следующие слова. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего в нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденного прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела, церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собой все, умиротворив через него кровью Христа и его и земное, и небесное. Иешуа есть источник полноты, в нем обитает всякая полнота». В наше с вами время, как и в другие времена, люди желают иметь эту полноту. Вообще, человеку свойственно желание иметь полноту во всех сферах своей жизни. Если мы посмотрим с вами значение слова «полнота», то оно значит наличие чего бы то ни было в полной мере. Синонимами же этого слова являются богатство, обилие, множество. И нам свойственно это желание иметь богатство, иметь обилие, иметь множество. Сам Творец, который есть источником всего, вложил в нас это желание. Он говорит: «Приходи ко мне, я есть источник всего, что тебе надо. Пей из этого источника, и ты будешь иметь все необходимое». Но в Эдемском саду человек был обманут. Враг душ человеческих, дьявол, обманул человека. И вместо Божьего источника сегодня он предлагает другие источники. Источники, которые не могут принести насыщение, которые не могут принести удовлетворение. Источники, которые дают человеку горькую воду. И вы знаете, удивительно то, и страшно, я бы сказал, то, что в конце, после того, как человек идет от Божьего источника к источнику, который ему предлагает враг, ему приходится платить. И платить дорого, платить, я бы сказал, втридорого. Бог же дает пить воду из своего источника даром. В книге Откровений написано следующее. «И дух и невеста говорят: приди, и слышав сыщ, да скажет: приди, желающий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Бог дает воду жизни даром. Поэтому сегодня, друзья,
Я хочу молиться вместе с вами о том, чтобы мы приходили к Богу и пили из этого источника. Я хочу молиться о том, чтобы в нашей жизни приходило понимание слов, о котором написано в Колоссянах 2 главе 9-10 стихе. «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти». Иешуа – вся полнота. Поэтому давайте мы склоним наши головы и попросим Бога, чтобы Он благословил нас. Авину Шабышимая, Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту возможность предстоять пред Тобою. Мы благодарим Тебя, Иешуа, за жертву Твою на Голгофском кресте, за то, что Ты умер и воскрес для нашего оправдания. Мы благодарим Тебе за то, что мы можем предстоять пред лицом Отца и приходить к источнику живой воды, приходить к Тебе и пить воду жизни даром. Авину Малкейну, я прошу Тебя во имя Иешуа Мессии, чтобы у нас было понимание, что в Тебе мы имеем всю полноту, вся полнота обитает в Тебе. И если мы нуждаемся, если мы имеем какие-то проблемы, если мы имеем какие-то желания, нам надо бежать к Тебе, потому что все вопросы мы можем решить только у Твоих ног. Я прошу Тебя, Господь, чтобы приходило глубокое понимание, глубокое стремление и жажда по Тебе, тому, кто дает жизнь и дает с избытком. Спасибо Тебе, Святый, за то, что вся полнота, она в нашем Господе и Спасителе. Мы благословляем Твое святое имя. Амин. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.